Верховная Рада повысила акциз на табачные изделия на 40%. Теперь, по некоторым прогнозам, самые дешевые сигареты будут стоить до 20 гривен за пачку. Более дорогие дойдут до 50. Продавцы сигарет говорят, что пока нового завоза нет, продают прошлогодние остатки. Побаиваются, что с новыми ценами выторга совсем не будет. Сигареты у нас еще не подорожали. Подорожают где-то следующий завоз будет у нас, подорожание будет. А сигареты, как люди покупали, так и, конечно, если брал 5 пачек, то берет теперь 3 пачки или 2. Ну, чуть-чуть меньше, но все равно берут. Люди готовы к тому, что надо бросать курить, если честно говорить. Одесситов не радует столь заботливое внимание к их здоровью и кошельку. Удовольствие становится более чем дорогим, особенно для тех, кто курит по одной, а то и 2 пачки в день. О том, что сигареты будут дорожать, было известно давно, но чтобы аж настолько, никто не ожидал. Курильщики всерьез задумываются о том, чтобы бросить. Кто хочет курить, тем не поможет. А кто не хочет, тем поможет. А вы сами курите? Да. 32 гривны пачка парламента. Угу. Не помогает. Сделали бы гривен 100, наверное, помогло бы. Многие люди бросят или ограничат себя в сигаретах? Да никто, не, никто не бросит. Все будет так. Это уже все проходили. Если оттуда свыше не будет знак бросить, не бросят. Если уже курит, то навряд ли. Будет больше экономить на другом, на чем-то. Прогнозируется, что спрос на сигареты упадет на 10-11%, однако в бюджет повышение акцизов принесет примерно 40 миллиардов гривен, или на 7 миллиардов больше, чем в прошлом году. Так что дешеветь сигареты уж точно не будут. А курить или не курить – решайте сами.